Приветствую вас, дорогие мои друзья! Сегодня прогноз на 21 июля, так называемая карта дня. Давайте будем смотреть, что же вас ожидает. Прогноз я сделаю для всех знаков зодиака, но краткий, только на одну карту. Итак, приступим. Главное событие 21 июля 2023 года. Овны, что вас ожидает? Семерочка жезлов, друзья мои. Так и хочется сказать, поиск клада. Ну, почему бы и нет. Поиск решения. Может быть, появится желание или появится не просто желание, а возможность открыть что-то такое запрятанное или найти наконец-то решение по трудному вопросу. А может, действительно что-то захотите спрятать, скрыть, пройти тайными тропами. Вот. Ну, в принципе, видимо, есть что скрывать. Это очень важное. И кроме того, у вас есть уже определенный опыт. И я бы даже, знаете, сказала, как есть что терять. То есть достигнут некий статус или заложен некий такой крупный фундамент, плацдарм. И вы не собираетесь его покидать. Хотя, в принципе, вполне возможно, есть желающие вас оттуда, так сказать, потеснить. И вы как бы укрепляете свои тылы. Ну что ж, прекрасно. Кстати, то же самое касаться может и профессиональной деятельности, и отношений. Да, в отношениях еще те заварушки бывают. Ладно, тельцы, что вас ожидает? Ну, троечка пентаклей. Работаем. Работаем над своим мастерством. Повышаем свои способности, получаем новые навыки. Возможно, кто-то пойдет обучаться, возможно, кто-то начнет получать опыт у других. Но не исключено, что и сами можете стать наставником для кого-то. Так сказать, показывать какие-то детали, аспекты своего мастерства. Ну, вообще, конечно, здесь речь идет, может, уже о готовом почти специалисте. И речь идет еще о возможности зарабатывать на этом. Поэтому, друзья мои, тройка пентаклей может проиграться у вас получением денег. Получением задатка за какой-то объем работы. Да. Ну, либо расчеты, друзья мои. Либо расчеты, то есть я имею в виду расходы, связанные, скорее всего, с вашей профессиональной деятельностью. Ладушки, идем дальше. Близнецы. Ну, девяточка чаш, друзья мои, в принципе, можно вас поздравить. Ну, для кого-то это отдых будет, возможность расслабиться. А у кого-то это отпраздновать свои победы, свои достижения. Для кого-то, может быть, какие-то творческие успехи. Вот. Ну, в любом случае, судя по картинке карты, будет повод чему радоваться. Возможно, исполнится ваше желание или вы достигнете какой-то определенной цели. Раки, что вас ожидает? Девяточка мечей. Ну, с одной стороны, вроде бы карта как грустненькая, да? Человек сидит в клетке. Но не все так кризисно, не все. Карта может проиграться как ситуация, неудобной ситуации, в которую вы можете попасть. А с одной стороны, она будет вроде бы как и в плюс, да? А с другой стороны, будет накладывать какие-то ограничения. Плюс в этой карте в том, что, как вы видите, дверца у клетки открыта, и вы всегда можете выйти из нее. То есть выйти из этой ситуации, конечно же, с
тем результатом, который вам нужен. Но тем не менее, поволноваться, видимо, будет повод, будет повод о чем подумать, проанализировать, может и попереживать, может поискать как выход как раз из этого положения. Вот. Но тем не менее, друзья мои, не все так печальненько. Просто подумайте, действительно ли это может иметь место быть в вашей жизни. И делайте выводы. Выходите из депрессника, если оно вас вдруг накрыло, из переживаний, а начинайте действовать. Так, левицы, что у вас? А у вас, друзья мои, иерофант. Вот так вот. Получите какую-то помощь, поддержку, совет. Может, какую-то консультацию получите от людей, которые разбираются в этом вопросе. Конечно, вполне возможно, что в этот день будет ощущаться влияние какой-то персоны на вас или на ваши дела. Ну, это может быть и кто-то старше в вашей семье. Кстати, это может быть и супруг. Вот. Может быть, это учитель, преподаватель, начальник. То есть человек, который действительно владеет некими рычагами влияния на вас. Вот я бы так сказала. Но здесь больше, знаете, вот на мое ощущение, это ментальные рычаги. Методом убеждений и прочих вот таких уловочек психологического характера. Ну, эта карта также бывает проигрывается бракосочетанием, да, друзья мои. Вот такими моментами, когда меняется образ жизни, меняется свое поведение ваше, меняется, причем, знаете, меняется даже не из-за того, что вы этого хотите, а потому что такие правила, такие законы. Это может, кстати, касаться и офисных каких-то дел, да, устав фирмы или еще какие-то установки, даже сказала бы, социума, да, социума, сюда все входит, куда вы вторгаетесь, что ли, добровольно или вынужденно, но тем не менее, переходите в эту область, ну и, соответственно, вынуждены принимать эти условия. Так, девы, что у вас? Семерочка чаш. Может присниться сон, друзья мои. Да. Сон довольно интересный. Может даже и он проиграться. Наяву проиграться. Ну, а вообще, конечно, здесь больше мечты, витания в облаках, желания, которые, ну, скажем так, трудновыполнимы или исполнимы. Вот. Может быть, излишнее доверие к кому-то. И это тоже. Вот. То есть, посетит вас, может быть, одно желание, а может быть и несколько. Да. Может, в связи с тем, что поступит какое-то предложение. Да, вот тут действительно, друзья мои, есть риск попасть на морковку. Поэтому будьте внимательны. Будьте внимательны. Как говорится, желать, конечно, можно многого, но все-таки нужно соизмерять. Соизмерять что? Свои возможности с желаниями и в то же время видеть, что за этим последует, что вы в реальности получите. Так, весы, рыцарь мечей. Ну, день бурный, день может быть напряженный, день неожиданных событий, неожиданных поездок. Также, друзья мои, вполне возможно и какие-то разговоры, встречи бурные, ну, может, даже с долей какой-то
агрессии, или, по крайней мере, знаете, упертости, настойчивости, когда надо во что бы то ни стало получить то, что вы хотите, преодолеть то, что вы хотите, понимаете? Вот только вот в этом плане. Ну, может быть критика, могут быть столкновения какие-то, ссоры, недопонимания. Вполне возможно, вполне. Так, скорпионы. Ну, у вас все нормально, друзья мои, двоечка чаш. День такой, наполненный дружеским общением, может быть и любовным общением. День приятных знакомств, в том числе сердечного характера, любовного характера. Не исключены партнерства, предложения соответствующие. Но предложения, конечно, на дружеской основе. Или предложения, которые вам будет приятно принять. Вот я бы так и выразилась. Стрельцы, десятка жезлов. Ну, уже судя по карте, думаю, вы поняли, что могут быть ситуации, когда вас не понимают. Когда вы не можете достучаться до человека с какой-то информацией. Ну, обычно это, конечно, бывает между близкими людьми, когда каждый доказывает свое, и в то же время не слышат друг друга. Ну, еще что может быть? Могут не принять ваше предложение. Могут не принять ваши доводы. Могут не принять ваши документы, если вы что-то хотите оформить. Да. То есть некая трудность будет в исполнении, в том числе и обязательств, да, и в то же время трудность в продвижении к своей цели, к выполнению своей задачи. Да, как бы все будут проходить мимо. И очень сложно рассчитывать на какую-то помощь, поддержку, совет. Хотя, в принципе, не все так плохо. Не все так плохо, все равно остается хотя бы маленькая надежда, что не зря вы все это делаете. И если не сегодня, то завтра события могут начинать развиваться совершенно по другому руслу. Поэтому двигайтесь вперед, несмотря на сложности и несмотря на трудности. Так, козероги. Шестерочка чаш. Ну, уже даже, знаете, по атмосфере этой карты мы видим, что общение со своим самым-самым ближайшим окружением. У кого-то это приятное общение с детьми, с внуками. Ну, есть, конечно, в этой карте намек на то, что могут посетить воспоминания о прошлых событиях. Может, даже встречи с кем-то из прошлого, либо разговор, либо услышите какую-то информацию из прошлого. Могут предложить вам работу, где вы раньше работали. Да. Может объявиться человек, к которому у вас были очень близкие отношения, и предложить восстановить эти отношения. Как бы начать, может, даже с чистого листа. А вообще, в целом, конечно, день, я бы даже сказала, он спокойный. Спокойный. Даже если вас накроет некая ностальгия, она, в общем-то, не слишком отразится на вашем эмоциональном состоянии. Вот. А больше будет как бы бальзамом, что ли, на душу. Ну, в любом случае, день обещает, как я уже сказала, общение и позитивное общение, приятное общение. Вот это самое главное. Так, Водолеи, что у вас? У вас, друзья мои, пятерка жезлов. Желание добиться своего. Необходимость пробивать какую-то стену. Ну, это обычно, сами знаете, когда бывает, когда хочется что-то получить. Но есть некие препятствия, есть некие
сложности в этом, и приходится прилагать все усилия, чтобы отстоять свои интересы, чтобы добиться своего, в том числе, друзья мои, и использовать для этого, конечно, соответствующие рычаги. Вот. Здесь они у нас в виде молотка. Но у кого что есть. Конечно, карта может проиграться и внутренним вот таким состоянием, когда идет противоборство между «хочу» и «могу». Поэтому даже если не будет никаких событий, оно может проиграться вот именно на вашем внутреннем уровне. Возможно, вы окажетесь рядом с кем-то, кто вот будет чувствовать себя вот таким образом, и вы примите это близко к сердцу, и, возможно, даже примите участие в этом. Рыбки, что у вас? А у рыбков? Рыбкам рыбное, король чаш. Ну, уже видно, друзья мои, по этой картинке, что в этот день вам придет какая-то, возможно, идея, мысль, пути решения, задачи, скорее даже, знаете, не совсем даже задачи, а может быть даже какой-то мечты, какого-то желания. Ну, это все вот такая будет внутренняя кухня, которую вы будете скрывать от других. Это ваша вот сокровенная, я бы так сказала, да, сокровенная. Может быть, вынашивать какие-то планы будете, выстраивать стратегию, тактику, как поступить, вот, как получить то, что хочется, может, кого-то обольстить и так далее, и тому подобное. Ну, вообще, конечно, карта может проиграться в обратную сторону, то есть в вашем окружении будет вот такая персона, у которой есть тайные замыслы по вашему завоеванию, или приближению вас, или получению от вас того, чего хочется. Такое тоже может быть, да. Ну что ж, мои хорошие, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам, конечно же, обязательно здоровья, любви, взаимопонимания, денежек побольше. Ну а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале YouTube, Telegram, ВКонтакте и в Дзене.